Интерес к точным наукам, появившийся еще в школьные годы, определил выбор профессии и лег в основу научной деятельности. Начальник научно-исследовательской группы РФИАТ СВНИЕФ, кандидат физико-математических наук Вадим Курулин, стал одним из самых цитируемых российских ученых по данным Скопус и обладателем престижной награды за вклад в развитие науки в атомной энергетике. Основное мое направление – это гидродинамика и турбулентные течения. Вот. И моя задача – это и задача нашей группы исследователей – это создавать алгоритмы и технологии для моделирования гидродинамических течений. Сегодня Вадим руководит научно-исследовательской группой в Институте теоретической и математической физики РФИАТ СВНИЕФ. Команда специалистов под руководством молодого ученого занимается исследованиями в рамках известного проекта «Логос». Вадим Курулин уверен, что за успешным молодым ученым всегда стоит талантливый научный руководитель, способный направить, подсказать и грамотно выбрать путь для исследований. Благодаря его такому фундаментальному физическому образованию, физико-математическому, еще и в математику, да, то есть ему действительно удалось добиться серьезных результатов как в фундаментальной, так и в прикладной науке. Вот. И на самом деле я когда-то сделал ставку именно на него. Отвлечься от профессиональных забот Вадиму Курулину помогает скорость и попутный ветер. Благодаря давнему увлечению мотоциклами он открыл для себя интересное направление, которому сегодня посвящает большую часть свободного времени. Мотоциклы для пересеченной местности, тур-эндуро, предназначены для езды по бездорожью. Остановился на эндуро-мотоциклах, потому что здесь более безопасно. Здесь все зависит от тебя, твоя безопасность в твоих руках. Потому что езда по дорогам общего пользования у нас в России это такая рулетка. Свое увлечение Вадим разделяет с друзьями, многие из которых тоже молодые ученые ядерного центра. Места, которые им удалось посетить на своих внедорожных байках, невозможно найти на карте. Вадим считает, что эти мотоциклы предназначены для тех, кто не гонится за экстримом, а высоким скоростям на трассе предпочитает неповторимую красоту русской природы. Езда на мотоцикле, особенно на природе, это такой релакс, когда ты, природа, дорога, ты едешь, расслабляешься, и можно подумать, может быть, даже какие-то интересные мысли придут в голову, которые потом на работе ты применишь. Провести вечер трудового дня на свежем воздухе, а на утро с новыми силами отправиться на работу. И, возможно, очередная прогулка на внедорожном мотоцикле станет поводом для нового научного открытия. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.